Доброе утро, друзья! 29 июля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Во всем мире отмечается Международный день тигра. День прославления святого Олафа, короля Норвегии. Финагеев день в народном календаре. Считалось, что ко дню Афиногена, или Финагея, как его называли на Руси, лето проходит в самую знойную пору. Знаменательное событие. 1963 год. Состоялся первый полет самолета Ту-134. В 1974 по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом. В 1981 году состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Спенсер. 2015. Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10. Родились в этот день. 1817 год. Иван Айвазовский. Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. В 1883 родился Бенито Муссолини. Итальянский политический деятель, создатель фашизма, диктатор. В 1915 году Павел Кадочников, советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. 1954 родился Игорь Крутой, советский и российский композитор, певец, продюсер, народный артист России. 1972 год Сергей Горобченко, российский актер театра и кино. Этот день по лунному календарю. До 1 часа 14 минут по московскому времени один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе летает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. После 1 часа 14 минут день сильно связан с проявлением интуиции. Интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также день сулит множество неожиданных открытий. Сегодня возможны прозрения и озарения. Неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не дает покоя. Но это при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще этот день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шак. Вот такой он 29 июля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!